не вести лишь честной народ. Пулин за собой нас всех зовет. Да мы еврейские пираты, и про нас ходим слухи, ходим слухи. Не страшны ни гром, ни бури, много нас. Много нас! Мы кошерная команда. Мы семья! Страшны ни гром, ни бури, ни про нас. Учим Тору мы за Бога, Бог за нас. А мы еврейские пираты, и про нас. Ходят слухи, ходят страхи, грабим вас. Не страшны ни гром, ни бури, много нас. Жизнь еврея.
поддерживает. И я объявляю, Евгений Якушец. Яркий участник, готовый претендовать на победу. И некая финалочка здесь. Ваша финалочка вот здесь. Стоп, можно на секунду? Вот здесь, Евгений, вот лично вы должны сесть на шпагат. Давайте сначала продольный, потом поперечный. Одновременно. Единовременно, да, сразу же. Давайте пошумываем по барабану. Вот, отлично. Евгений практически справился со своим заданием. Ну что же, друзья, настраивайтесь, думайте, как вы будете делать финалочку. У меня еще три участника, их очень быстро записываем, и мы начинаем. А вы хотите что-то в финале сказать? Ну хорошо, я буду ждать вас с микрофоном. Дайте нам фоновую музыку, Алексей. Участников бывает из соревнований, он настолько крут, что он выбывает. Участница под номером 10, Павляк Алика, встречайте! Это Питер Пэйн на нашем корабле! Какой же пиратский праздник без Питера Пэйна, который победил слово капитана Крюк! Это было круто, аплодисменты! Что они так смотрели?